Хорошо. Спасибо.
птицы по небу уносят мечты в мире нас двое, я и ты. В мире нас двое, я и ты. Через песни, через музыку. До первого раза сойдет. Шикарно, шикарно. Спасибо. Спасибо за ваше творчество, спасибо. Приезжайте еще. На самом деле творчество, оно всегда совместное, потому что как бы вы слушаете, что-то свое вкладываете в это, я тоже, может быть, осознанно, неосознанно что-то вот от вас вношу в процесс. Да, спасибо большое на сфере. Андрею, что у нас сегодня придет. Студия 211 за представление аппаратуры. Студия 211 за представление аппаратуры. Конечно, тут без аппаратуры концерт может быть только такой разговорном жанре. Большое спасибо Егору, что он неожиданно меня нашел. Когда увидел, что я буду в Воронеже, и позвал, несмотря на понедельник, приехать к вам. Да, мы сегодня познакомимся уже. Давайте мы тоже похлопаем. Ну и, конечно, вам большое спасибо, что вы нашли в себе вот эту вот силу воли посвятить понедельник музыке. Ну хотя, на самом деле, понедельник, вторник, среда – это театральные дни. Что ж, на Лебединое озеро же тоже люди ходят. В понедельник, да. Вечный понедельник. Но зато какой у вас прекрасный понедельник сегодня. Мы не знали вообще, что сегодня понедельник вообще. Я тоже не знал бы, но вот пришлось узнать из-за того, что сегодня 25-е. Вот. Захотите что-нибудь, как бы не знаю, со мной проговорить, сфотографироваться, пожалуйста, я к вашим услугам, чтобы ваш Инстаграм не скучал. Заходите, что...